23 марта глава Северского района Адам Черим осмотрел строительные объекты. Он проверил ход и качество выполняемых работ. Первым объектом стал Северский центр развития ребенка. На сегодняшний день здесь ведутся работы по демонтажу и монтажу обшивки фасадов здания. Ремонт закончат к 25 апреля. После посетили универсальный спортивный зал в селе Львовском. К объекту провели наружные тепловые сети. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Завершили объезд посещением Ильской художественной школы. В 2021 году учреждение стало участником национального проекта «Культура». Уже выполнили работы по демонтажу полов, устройству стяжки, прокладке канализации, монтажу электрокабелей, демонтажу и монтажу стен. Здание старое, да? Здесь когда-то в прошлом веке была школа. Потом ее закрыли еще вот очень-очень давно, и это здание перешло к художественной школе. Сейчас мы создадим здесь комфортные условия. Адам Черим остался доволен качеством ремонтных работ.